Всем привет и добро пожаловать на мой канал. У нас закончился месяц март, и это значит, что мы опять вместе с вами посмотрим, что я израсходовала за месяц март. Вот это все я выставила, это все мои расходы. И сейчас начнем с вот этой стороны. Тут у меня все такое, которое мне надо для уборки или для стирки. Вот это вот такой вот порошок. Это жидкий порошок от фирмы Dash. Он мне очень нравится, свежий такой. И не такой дорогой, поэтому я часто его покупаю. И вот он у меня закончился сейчас. Затем у меня вот такой вот тут как бы уксус с запахом яблока. Он мне не очень нравится. Я вообще-то покупала всегда вот это средство от фирмы Frosch. Но оно немножко подороже. И есть такое же средство в магазине Lidl. Это у нас продуктовый магазин. И там это средство мне больше нравится, чем вот это средство с магазина DM. Поэтому я, наверное, в DM его больше не буду покупать. Затем я рассказывала, что вот это средство очень воняет, но оно очень хорошо очищает кальк. И вот налеты, например, на кранах очень хорошо чистит. Это средство я покупала в Action. Говорила, не буду больше покупать, но, наверное, буду покупать, так как оно реально хорошо все очищает, оно дешевое, кажется, ОРО 10 или ОРО 20 что-то стоит что-то такое, но очень хорошо очищает, и когда я с ним пользуюсь, я всегда одеваю маску. Затем у меня вот тут вот две зубных пасты, одна от Colgate, а другая вот Dentalux, это... Кажется, в DM вот это продается совсем дешевое, 55 центов, что-то такое. И вот Colgate. Ну, я не знаю. Мне самое главное, чтобы паста такая вот сильно резкая не была. И так они, и та паста очень хорошие. Поэтому не могу ничего прям такого плохого про самую дешевую пасту сказать. И да, поэтому будем дальше ей тоже пользоваться. Затем у меня вот тут вот ополаскиватель для рта. Тоже им всегда пользуемся. Вот опять закончилась баночка. Покупаем его тоже в DM. И он тоже дешевый. Затем вот такое вот средство для ванны закончилось. Вот это средство очень мне понравилось. Оно с таким вот лавандулем пахнет. И там еще масло, кажется, да. Масло от лавандуля внутри очень. Прям ложишься в ванну и прям замираешь, так как оно так вкусно пахнет. И прям ты отдыхаешь, когда лежишь вот в этой пене. И покупала я его или в Aldi, или в Lidl, точно не знаю. Тоже по акции. У них часто такие вот акции бывают. Я там его покупала. Затем у меня закончился вот такой вот сухой шампунь. Я его часто покупаю, вот это вот как бы новый запах с вишенкой, мне тоже понравился, но я уже в одном видео рассказывала, что наносить его тяжело, быстро надо как-то это все размазывать, и да, поэтому, ну все равно я его дальше буду покупать. Затем я перебрала вот тут вот всякое барахло, вот тут вот всякие какие-то кисточки, которые у меня валялись в тумбочках, я их все выкидываю, затем вот такая вот еще кисточка тоже выкидываю, карандаши, огрызки, это для бровей и подводить тоже выкидываю. Вот такая вот пилочка для ногтей. Больше никогда такие пилочки покупать не буду. Они, я не знаю, только ногти попилил, и они уже вот в такой вид приходят, и мне вообще они не нравятся. Я сейчас перешла вот на такие вот стеклянные пилочки, они мне очень нравятся, поэтому выкидываю, больше не буду покупать. Также у меня вот такой вот камушек. Это камушек для моего прибора, которым чистят пятки. Да, его тоже выкидываю. Затем вот расческа, но она уже ужасно выглядит, хотя я ей вообще не пользовалась. Я не знаю, она вот лежит и вот такой вот покрывается, я не знаю, что это такое, но это не очень приятно, выкидываю. Затем у меня кончился мой дезодорант от Rexona. Уже несколько раз вам рассказывала, что это мой самый любимый дезодорант. Также у меня вот такие вот бальзамы для губ закончились, один от Balea с запахом кокоса и один от Isana с запахом... Никаким, короче, а тут просто он такой вот блестящий. Ну, вот это никакой, он мне вообще не понравился, а вот это очень понравился. Прям он еще был с таким вот коричневым оттенком и немножечко как будто у вас на губах помада. Поэтому вот этот мне очень понравился. Переходим к вот этой стороне. Здесь у меня находится вот такой вот гель для умывания от фирмы Balea. Покупала я его в DM. Нет, его больше я точно не буду покупать. Мне кажется, вот эту я всю серию покупала, и мне кажется, вот эта серия сушит просто кожу. У меня еще остались крема, я ими допользуюсь и больше их не буду покупать. Затем у нас закончилось вот такое вот жидкое мыло от фирмы Nivea.
Ну, я про эту фирму тоже говорила, или про это мыло, мыло как мыло. И у нас сейчас как-то меньше стало уходить вот такое жидкое мыло, так как мы перешли на кусочки мыла. Оно как-то вкуснее пахнет, и поэтому вот такое у нас только в туалете для гостей стоит, поэтому, да, так мало уходит. Затем у меня вот тут вот два средства для душа, для мытья. Одно от Palmolive и одно от Nivea. Ну, вот этот Palmolive у меня прям несколько баночек, тоже мне очень нравится. Оно вот такое вот с пилингом немножечко. С крабами, да, кажется, это называется. И тоже хорошее. И вот это от Nivea. Вообще такой запах тут обалденный, потому что это вот масло от какао. И я это тоже, этот запах очень обожаю. Прям обалденный это запах. И это как бы зимняя коллекция вот этого вот душ для мытья. Вот это вот. И правда, очень замечательный запах. Также, сейчас скину. Также у меня закончились вот такая вот серия от Garnier. Это шампунь и это ополаскиватель. Тоже мне очень понравился. И вот сейчас я, например, другим пользуюсь. И хочу сказать, что правда, что тут стоит, например, что волосы немножечко увлажняет. И правда, это было заметно. Вот сейчас я другим шампунем пользуюсь. И прям это для меня ужасно как заметно. Поэтому вот этот шампунь я обязательно, и вот этот ополаскиватель обязательно еще раз куплю. И он такой вот освежающий, немножечко кокосом пахнет. И прям вот сейчас на лето прям очень хороший запах. Затем у меня вот тут находится два крема для рук. Ну, это самые такие вот. Вот такой вот от какой-то фирмы. Мне кажется, тоже ДМ, если я не ошибаюсь. Ну, без запаха, без ничего. Если просто надо быстро крем. И вот тоже у меня он часто бывает. Тоже дешевый. И в этот раз даже 33% больше крема тут было. И сейчас подумал, он у меня просто упал. И вот этот вот. Вот этот мы тоже несколько тюбельков сразу купили. Он с ромашкой. Мне этот крем тоже нравится. Очень хорошо впитывает. Но это больше бальзам, чем крем. И да, обязательно еще раз буду покупать. Затем у меня кончилась вот такая вот пачка. Это пачка, ну, для такого аппарата, если кашель или что-то такое, то вот это вот соль заливаешь в аппарат и дышишь вот этой солью. Да, тоже от вот этой фирмы всегда пользуюсь, и мне кажется, она помогает вот это. Затем у меня находится тут еще пару масочек. Вот эта вот маска, я покупала ее в Action. Она такая вот сильно сладкая какая-то. Вот прям такой вот сладкий запах. И эту маску наносишь, и потом ее как бы пленку убираешь. Что я могу об этой маске сказать? Ну, вроде бы лицо после этой маски хорошее становится. Прям такое вот упругое. Но мне запах не очень нравится. Сладкие маски я не очень люблю. Затем вот эта вот маска, она, эта маска увлажняет, очень нравится, я ее часто покупаю. Такой вот свежий запах, запах огурца немножечко. И вот эту маску наносишь и ваточками стираешь, очень хорошая. Затем вот такая вот от Изана маска, два пакетика я израсходовала. Это такая вот как бы грязь. Маска-то вроде бы хорошая, но я не могу эти маски больше переносить. И в ДМ я их покупала, и вот сейчас в Росман, и они просто делают у меня на коже пятна. Поэтому иногда пытаюсь пользоваться, так как она реально помогает, и прям чистит, и прям такую кожу хорошую делает. Но вот красные пятна, это потом как-то больно и неприятно. Поэтому иногда я такой маской пользуюсь. Затем еще вот такая вот тоже маска от Balea, тоже такая вот как бы увлажняющая, придает свежесть коже, тоже часто ей пользуюсь, и да, довольно-таки дешевая она. Затем у меня вот такие две маски, это две маски-тряпочки, вот такая вот с магазина Action я покупала, она как бы вином пахнет, но результата я никакого не почувствовала. Да, результата я никакого не почувствовала, и, наверное, больше ее не буду покупать. Да, и вот такая вот маска. Это маска от Штефани Кизина. И сейчас покажу, она какая-то удивительная маска была. Она вот такая вот, ну, тряпочка маска, и она золотая. И она разделена как бы на низ и верх. Ну, верх это доходит до носа, и низ это подбородок. Но результат в маске хороший, правда, такое освежающее лицо получается. Но маску эту носить на лице не очень удобно, так как низ всегда сползает. Поэтому, да,
Маска хорошая, но носить ее не очень удобно. И эта маска не такая вот дешевая, поэтому иногда можно себе позволить, но чтобы я прям ее без конца покупала, наверное, нет. Так, затем у меня вот тут вот еще остался как бы защита для покраски волос. Это когда я волосы себе красила с вот этой краской от Олия. И вот она у меня закончилась. Ну, тут, наверное, мне кажется, на раза 4 мне хватило. Ну, что я могу сказать? Вообще-то я не могу ничего сказать, так как я до этого волосы сама никогда не красила, поэтому не могу про это ничего сказать, но могу сказать, что когда я вот это наносила, волосы хорошо у меня расчесывались, да. Затем у меня вот такой вот лак кончился, тоже его всегда в ТМ покупаю, такой дешевый. И да, он кончился. Но мне кажется, они рецептуру этих лаков как-то изменили, так как они быстрее стали засыхать. Да, поэтому много теперь таких лаков я не покупаю, использую, потом только другой покупаю. Но у меня еще хватает лаков. И затем вот такой вот запах, ну это как бы парфюм для дома у меня кончился. И запах тоже был замечательный, это такой вот лимон. И очень вкусно пах, и этот запах стоял у меня в ванной комнате. Да, обязательно еще раз такой куплю. И где я его покупала, не знаю, где я его покупала, но буду искать, может быть еще найду. Да, вот такие вот у меня были растраты за месяц март. Да, даже не думаешь, что так много всего тратится. Ну а если вам мое видео понравилось, то, конечно, я буду рада, если вы поставите пальчик вверх. Может быть, прокомментируете мое видео. А с вами я буду на сегодня прощаться. Желаю вам всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.